А для меня это храм, может быть, в который первый раз я шагнул еще в 10 классе. Святой Благоверный князь – это фигура, известная, значит, нам изначально по истории. Для каждого человека и для иконописца это образ, который писался не раз и мной, и моим сыном. Однозначно еще большая память для нас святого – это Александра Невская лавра, где учился мой сын, став продолжателем профессии иконописца. Александра Невская лавра, мощи святого благоверного князя – это все, безусловно, святыни для нас дорогие, почитаемые и образ, к которому мы обращаемся. Мы живем по соседству, буквально там нескольких минут ходьбы. Это наш храм, мы в него давно ходим. Я в нем крестился, крестилась наша дочь. Ходила в школу воскресную туда. Это наш храм. Для нас многое, для нашей семьи связано с этим храмом. Мы прихожане, которые, в общем-то, растем вместе с ним. Мы счастливы, что мы нашли своих духовных отцов в этом храме. И нашей дочери сейчас 30 лет. Она крестилась в этом храме, и она венчалась год назад в этом храме. То есть она создала семью, и мы продолжаем эти традиции. В паломничество ездим с прихожанами этого храма, неоднократно были на Святой Земле. То есть для нас это место очень многое значит. И начинали мы ходить еще при настоятеле отце Викторе. Отец Сергий был нашим духовным отцом. Сейчас ходим настоятель отец Николай. Василий Литвитко, священник, является духовным отцом нашей семьи. Концерты проходят по благословению высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Минского и Заславского 1777-1878 годов.